Всем привет! Мы сегодня в обзоре маленький компактный кемпинговый фонарь от фирмы Black Diamond, модель под названием Modge. 100 люменов, а как светит! Давайте о нем немножечко поговорим. Модель Modge от фирмы Black Diamond – это небольшой, компактный и мощный зверь всей коллекции. Яркий, легкий и простой в использовании. Практически игрушка в ваших руках. Идеально подходит для подсветки кемпингового стола. Светодиод под названием Triple Power LED мощностью 100 люмен на максимуме освещает в радиусе до 6 метров. Система мягкой настройки, освещение, удерживание кнопки позволит легко установить нужную яркость. Как же работает данный фонарь? Да очень легко, у нас всего здесь имеется одна кнопка. Для того, чтобы его включить, раз нажали, и чтобы отрегулировать ту яркость, которая нам нужна, мы еще раз зажимаем и держим кнопку Power. Зажали, и видите, яркость меняется. От минимального до максимального. Выбрали, который вам надо. Вот, например, вот такую поставим. Ее видно. Сейчас выберем максимальный режим, и он будет светить этот фонарь только в максимальном режиме. Также сверху у нас имеется прекрасное D-образное кольцо для удобного подвешивания данного фонаря. Качественный, красивый, а самое главное, практичный. И питается он от трех батареек типа 3А. Просто взяли, открутили, вставили батарейки, закрутили и спокойно можете его использовать. Весит мало, работает долго и имеется еще IPX рейтинг целых 4. Крутой фонарик для крутых приключений. И не забывайте, огромный выбор продукции от фирмы Black Diamond и не только имеется на нашем сайте mandrivnik.com.ua.